Добрый день. Меня зовут Сергей Гуд. Я живу в Латвии и планирую в этом году, в 2019, в декабре месяце, переехать на постоянное место жительства на Кубань. Я открыл этот блог, то готовясь к переезду на Кубань, я много собирал информации, и мне попадались в основном ролики, информация о том, как люди из других краев России переезжают на постоянное место жительства на Кубань. Из Прибалтики, а конкретно из Латвии, где я проживаю в городе Риге, информации фактически было ноль. Поэтому я создаю канал на YouTube Viking Life о том, как семья из Евросоюза, из Латвии, из Риги, микрорайон Болдарай, где я живу, переезжает на постоянное место жительства на Кубань. Я буду рассказывать о том, с какими трудностями мы столкнулись при подготовке к переезду, о том, как мы собирали вещи, как проходили границу, какие нужно было документы собрать, о том, как мы готовились к переезду, искали станицу, занимались продажей квартиры здесь, в Латвии, и о том, как вообще мы додумались до того, чтобы уехать из сытой Европы, благополучной, на постоянное место жительства на Кубань, в Краснодарский край. Еще раз, меня зовут Сергей Гуд, канал Viking Life. Это мое первое выступление. Подписывайтесь, будет интересно. До новых встреч!